Если затронуть медицину, то, конечно, когда вы едете отдыхать, что в Таиланд, что в Египет, обязательно делайте страховки. Потому что если у вас нет страховки, с вас, как с туристов, да, как с иностранок, с иностранцев, постараются максимально содрать денег за услуги. Поэтому в этом плане Таиланд и Египет ничем не отличаются. В Таиланде, живя, я обращалась не раз, конечно, да, вынуждена была обратиться в госпитале, да. В Египте нет, но очень много слышала отзывов. Поэтому будьте аккуратнее. В любом случае, страховку делайте обязательно перед тем, как ехать сюда на зимовку или просто отдохнуть.